Это «Вести интервью». В студии Анна Кушманова. И Всеволод Анютин. Воронежский троллейбус движется навстречу смерти. В этом убеждены активисты общественной организации «Город и транспорт». Что происходит? Выясним у Юрия Новикова, сопредседателя этого общественного движения. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Юрий, скажите, а вы на чем сюда приехали? Я сюда приехал на автобусе. А почему не на троллейбусе? К сожалению, там, где я живу, троллейбусы не ходят, естественно, я на него не могу. Не можете... А вообще, какая ситуация у нас, вот, с вашей точки зрения, с троллейбусами? Скоро ли им может прийти то же самое, что пришло с трамваю? Или, может быть, как-то... Или как-то протянут. Протянут, или наоборот, все будет прекрасно. Ситуация очень простая, да. Я бы назвал это словами «троллейбусы докатывают ресурс». Угу. То есть у нас есть определенный парк машин, да, которые куплены в 2009 году. Они в основном сейчас, собственно говоря, наши улицы обслуживают. Угу. У нас... Есть водители, которые обучены, многие еще во времена СССР, многие в начале нулевых, кто-то в конце нулевых. В настоящий момент у нас сохраняются осколки той сети, которая существовала до 90-го года, да, в виде четырех вот сейчас маршрутов. Сказать, что это есть какое-то развитие, это сложно сказать. Почему? Потому что у нас вот была широко анонсирована при предыдущем мэре программа развития электротранспорта. Вот в рамках ее было закуплено эти 45 машин, которые сейчас город обслуживают. После этого мы купили только одну машину, которую вот сейчас пытаются выгнать на линию. А что мешает? Что с ней не так, да? Она не выгоняется? Вы знаете, это новая модель никогда не идет просто ни в одном городе, да, то есть, и получается очень интересная вещь. А, журналистам сказали, что вот он выйдет, он вышел там буквально на круг, потом выясняется, что после 40 километров он выключается, по непонятной причине, да, его приходится заново оживлять, его загнали в депо, пытаются понять, что с ним не так. Вот вы упомянули программу вот эту, которая была при прошлом мэре, программу развития электротранспорта. Неужели она не предусматривала развитие сети? Вот, или мы только изначально говорили о том, что только вот на этих осколках, как вы говорите, оставшихся после 90-го года, у нас будет развиваться эта сеть? Или как? Да, предусматривались определенные вложения в сеть, но по факту все эти вложения заключались в том, что у нас были заменены спецчасти сети существующих маршрутов, угу. Ну, то есть протянут новый контактный провод, новые держатели для этого контактного провода сделаны. Здесь надо отдать должное, изрядно реанимировали подстанции тяговые, которые используются для обеспечения электроснабжения движения. То есть, потому что когда только начинался перезапуск троллейбуса на левом берегу, подстанция вырубалась, ну, буквально через день на второй. По Вогресу тоже было проблематично организовать хоть какое-то движение, потому что на подстанциях, которые существовали с советских времен, там висят новые жилые дома. Троллейбус теперь уже в их работу никак не вписывался. Эти вещи были сделаны, да, то есть по Вогресу, по крайней мере, троллейбусы могут выходить на линию, возвращаться. Маршрутного движения там сейчас нет. Но, тем не менее, сеть, которая осталась нам в наследство, она полностью функционирует. Вот на нее, собственно говоря, все деньги ушли. Также было реконструировано депо, но, в общем-то, на этом и все. Да, и купили в те годы 45 троллейбусов. Но здесь не надо забывать, что все деньги, на которые бы это делалось, это деньги, которые нам перечислил федеральный бюджет по судебному решению, как компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров в 2001-2003 годах. Ну, это знаменитая вот эта тяжба, которая шла в Шенгрии. Которую сначала проиграли, а потом выиграли после изменения законодательства. Вот эти 45 троллейбусов, которые сейчас есть, это много или мало для Воронежа? Вот смотрите, у нас всего транспорта на линию выходит 2100 единиц. Среди них 45 троллейбусов. Ну, капля в море. Доля, 0,5% в лучшем случае. Ну, я бы не сказала, что эти троллейбусы сильно, даже вот эти 45 троллейбусов, которых мало, как вы говорите, я бы не сказала, что они битком забиты. Я бы сказал, что они пустые. Что они пустые, да. Совершенно верно. А здесь хочется отметить следующее, да, что, во-первых, автомобилизация со времен, когда эти маршруты создавались, шагнула далеко вперед, и сейчас физически намного меньше населения пользуется общественным транспортом. Вы видели 90-ю маршрутку в 9 утра? Видели. Ну, конечно же. Вот она пользуется спросом. И там нет проблем с тем, что она битком или не битком, потому что она всегда битком. Она битком за счет того, что у нее большая часть салона предусмотрена для сидения. У современных троллейбусов большая часть салона предусмотрена для стояния. То есть вот в троллейбусах, которые сейчас функционируют в Воронеже, да, то есть у них 26 сидячих мест.
Всего а в чем лишь. Проблема-то? А эти сидячие места не заполняются. Проблема в том, что... Маршрутки друг на друге стоят. В маршрутках, ну, в основном в маленьких, потому что 90-е уже тоже не так хорошо заполняются, как им хотелось, и не так хорошо, как раньше. А есть цифры, которые подтверждают? Цифры, очень простые цифры, да, вот если мы уйдем в середину нулевых годов, да, то у 90-го было 56 машин на линии, да, и еще был 79-й маршрут с 26 машинами. Сейчас 90-х у нас осталось 37-38 машин на линии. Mm-hmm. При этом план у них, по нашим сведениям, всего 6 тысяч рублей. Mm-hmm. То есть это немного. Но у меня вопрос, зачем троллейбус вообще нужен? Потому что вот когда ваши коллеги из теперь уже, наверное, не работающего общества «Воронежцы за трамвай» объясняли, зачем нужен трамвай, которых теперь уже нет в городе, они приводили цифры, что вот там нет пробок, он идет по отдельным маршрутам, там разгружает пассажиропоток и так далее и тому подобное. Троллейбусы, они в общем потоке. Совершенно зачем верно. Они нужны? Хотя, вы знаете, есть образцы систем, где троллейбусы идут не в общем потоке. В мире есть системы, где троллейбусы идут вообще по туннелям, как метро. Uh-huh. Это вопрос применения этого вида транспорта. Это вопрос затрат на это. У нас естественно. Но у нас они идут в общем потоке, правильно? У нас, да, преимущественно в России, они везде идут в общем потоке. Ну какая вот главная функция троллейбуса? Почему между автобусом и троллейбусом нужно выбирать троллейбус? Это очень просто. Во-первых, троллейбус должен перевозить пассажиров в центре. Там, где экологическая обстановка из-за выхлопов и просто концентрация городской активности максимально негативна. Там троллейбус должен брать на себя функцию по перевозке пассажиров как экологический вид транспорта. Кроме того, да, то есть троллейбус – это транспорт узких улиц центра, да, где нельзя при ним приложить ни трамвай, ни какие-то серьезные системы, да, магистрального скоростного транспорта. Вот там должен работать троллейбус. Троллейбус может работать также на крупных проспектах, да, то есть на выделенных полосах, перевозить большие потоки пассажиров. Потому что троллейбусы бывают не только такие, троллейбусы бывают особо большой вместимости, то есть с гармошкой. Современные троллейбусы, они могут исполнять функцию так называемого БРТ, то есть... БРТ, да, это такой вид транспорта, который на выделенной линии без помех со стороны других участников движения перевозит большое количество людей. Ну, то есть такое легкое метро. Легкое-легкое. Mm. Что власти говорят вам вот на ваши такие же... Вообще, что вы делаете для того, чтобы как-то вот защитить? Да, вы как-то общаетесь же с городскими властями? Конечно. Какова их реакция? Вообще, какая у них позиция? Позиция городских властей, она очень простая. Мы будем сохранять троллейбус. Троллейбус – это... Хороший вид транспорта, экологический вид транспорта, да, мы это все понимаем, мы будем его поддерживать в том состоянии, в котором есть. Угу. Однако при этом было отмечено, что у нас сейчас исчезла производственная база, на которой можно было учить новых водителей троллейбусов. И второй момент важный, который я акцентировал на этой встрече, они сказали, что троллейбус, понимаете, вот какая проблема, если что-то случается с контактной сетью, с электричеством, троллейбус останавливается, автобус автономен. Я говорю в ответ, примерно следующую мысль. А вы знаете, что существуют троллейбусы с автономным ходом? Но они стоят еще дороже, правильно? Конечно, они стоят в полтора раза дороже. Да, мы знаем, но это дорого, мы не будем их покупать. Соответственно, в принципе, а такие хотя бы они готовы еще покупать? Или денег нет? Да, готовы. Бюджетная заявка, которая сформирована на этот год, предусматривает покупку 15 троллейбусов модели «Мегаполис» для нашего города. Бюджетная заявка кому? Они денег ждут откуда? То есть федерации? Да, никто сейчас не покупает троллейбусы за свои средства, они покупаются за средства федерального бюджета практически всеми городами. А он дает? Да, но только эти средства, они проводятся либо как программа поддержки доступной среды для инвалидов, да. Mm-hmm. Вот тот троллейбус, который куплен, да, это у нас не столько троллейбус, сколько средства для перевозки маломобильных категорий населения, куплен по программе «Доступная среда». Mm-hmm. Есть программа по поддержке отечественного производителя сложной техники. Да, в основном по ней покупают все автобусы и троллейбусы. 90% средств на их покупку дает федеральный бюджет. Но нам надо предусмотреть оставшиеся там 5,5 софинансирование области и города. Mm-hmm. Эти средства были предусмотрены в городском бюджете, но, насколько мы слышали, большая часть этих средств уже переведена, перераспределена на другие статьи в бюджете. Ну, скажите, Юрий, еще вопрос. Так действительно ли, что Александр Викторович Гусев, мэр, он как раз большой фанат троллейбусов, и от него была такая фраза, что пока я мэр, троллейбусы останутся, а дальше не знаю.
Да, мы слышали о том, что Александр Викторович тепло отзывался о троллейбусах. Он в меру своих сил поддержит этот вид транспорта. И я тоже не напрямую, но через третьих лиц слышал, что определенные гарантии функционирования троллейбуса были даны. Однако я хочу еще раз подчеркнуть, что функционирование троллейбуса в нынешнем его формате – это докатывание. Угу. Нам нужно переосмысливать его место, и нам нужно развивать сеть. Понял. Очень многие из чиновников, которые ответственны за развитие нашего транспорта, они мыслят с шаблонами, которые остались с советских времен, с начала нулевых, когда казалось, что частный транспорт спасет Воронеж от транспортного коллапса и от вымирания общественного транспорта вообще как вида. Да? То есть нужны новые подходы. Нужны современные новые подходы, они не готовы, да. Они слушают, они что-то берут на вооружение, они понимают многое из того, что говорят, но, к сожалению, многого они еще и не понимают. То есть это надо доносить, доносить, доносить. Совершенно элементарный пример. Мы подсказали, как можно открыть новый маршрут вообще без увеличения парка хотя бы на одну машину. И мы задействуем еще одну улицу. Ну, мы с 2013 года говорим, ну, по-моему, первый раз, когда нас кто-то еще сейчас услышал, возможно, у нас появится новый маршрут в Воронеже в ближайшее время. Ну, точнее, не новый, а хорошо забытый старый. Это какой? Это пятый. А, объясните, я уже не помню, где например. Где он ходил? Пятый, да. Это такая копия 17-го, который будет ходить по улице Хользунова. Но только все равно не понял. Это маршрут, который свяжет Северный район, улицу Хользунова, Московский проспект, Донбасскую с юго-западным, по Южно-Моравской и Пешестрелецкой. Вот, Юрий, все беседы, может быть, я чего-то не понял, но у меня такое ощущение, троллейбус это дорого, это затратно по инфраструктурам, по людям, по мозгам, условно говоря, по интеллекту. При этом единственный плюс, можно сказать, это то, что он экологичный в центре города. Вот, честно говоря, этого недостаточно для того, чтобы я поверил в то, что троллейбус нужен, а деньги нужно направлять на него, а не куда-то еще, например, на школы, детские садики или на автобусы. Вот все-таки убедите меня, я не понимаю, зачем он нужен. Еще ряд плюсов троллейбуса, да. Во-первых, подвижной состав троллейбуса более живуч и рассчитан на более долгую эксплуатацию, чем автобус. Ну так вы же говорили, вот 7 лет, и он уже старый докатывает. Он будет докатывать еще лет 5, да. То есть, вопрос в том, что это, понимаете, это расход ресурса, это не накопление этого ресурса, да. И здесь не только троллейбусы, здесь еще и водители, да, которые стареют, и очень многие водители – это пенсионеры, которые еще начинали работать в советские годы. Это тоже ресурс, который фактически докатывается. У нас а новых не учат, да? Негде. В Черноземье нет учебной базы, вообще ближайшая база в Москве. То есть даже если мы вдруг купим новые троллейбусы, надо посылать людей в Москву, чтобы они учились, правильно? Них? Вы знаете, очень многие вернутся. У нас право водителей троллейбусов по подсчетам имеет примерно 6-7% населения города. Многие готовы вернуться, но никто не готов возвращаться в предприятие, которое хереет, стареет, в котором не видно никаких собственных перспектив. А сколько получает сейчас водитель троллейбуса? Начинающий водитель троллейбуса получает 12 тысяч рублей. А не начинающий? Опытный водитель троллейбуса, имеющий категорию, работающий в условиях тяжелого профиля, ну, на спусках подъемов к нашим мостам, получает порядка 21-23 тысяч рублей. Ну, как-то не заманчиво. Не заманчиво. А что еще есть? Про плюсы, да. Во-первых, троллейбус достаточно маневренный вид транспорта. Он очень легко разгоняется и очень эффективно тормозит. Второй момент. Троллейбусы очень удобно спроектированы для перевозки семейных пассажиров, пассажиров с колясками. То есть достаточно легко в троллейбус эти коляски погрузить. Достаточно он дружелюбен все-таки, да, и к юным пассажирам, к детям, да. То есть салон троллейбуса, как ни странно, более удобен для этих вещей. Следующий плюс троллейбуса. Троллейбус достаточно тихий вид транспорта. Потому что закупаемые сегодня автобусы на газомоторном топливе, нам их подают как новый экологический вид транспорта. Но я хотел бы напомнить одну простую вещь, что автобус, который работает на газомоторном топливе, он так или иначе углекислые и угарные газы точно так же производит, как и любой обычный автобус. То есть его экологичность в том, что он серу и со свинцом не выкидывает, в отличие от дизельных, там, бензинных. Уже хорошо. И на том уже спасибо, хорошо. Да? Но углекислые и угарные газы он производит в абсолютно тех же объемах. Если масса плюсов таких, я вот не понимаю, почему тогда не принято решение такое в пользу троллейбуса? Почему власти городские как-то, ну так... Вспоминают о нем иногда, и, судя по всему, не сильно они озабочены его развитием.
Это какое-то лобби, может быть? Или просто с автобусами проще? Или просто проще с автобусами? Почему такая ситуация? Конечно, с автобусами проще. Троллейбус в его современном понимании, он очень плохо вписывается в ту экономику общественного транспорта, которая у нас сложилась. У нас, по большому счету, это даже не экономика, да, это промысел. Может, просто неэффективные управленцы? Может быть, может отдать его, да, эффективным каким-то, да, концессионерам. Вы не поверите, у нас был такой опыт. В Воронеже не дали, как в прошлом десятилетии. С концессией. С концессией, да, расскажите, совершенно верно. Даже две концессии у нас было. Одна в первом депо, другая во втором. Так. Обе окончились как-то очень печально. Транспорт вообще в городе, он не должен зарабатывать прибыль, он не должен зарабатывать своим владельцам на Porsche Cayenne и виллы на Канарах. И на счета в офшорах. Он должен окупать свое существование. То есть все-таки транспорт должен быть муниципальным? Нет, транспорт может быть в концессии, транспорт может быть в частных руках. Если концессионер согласится работать в ноль. Если концессионер согласится работать с минимальными прибылями, да, или согласится, ну, условно говоря, какие-то свои расходы закладывать в себестоимость. Я такого концессионера не знаю. Ну, таких не бывает. В наших условиях, конечно же, нет. Спасибо, Юрий. Спасибо вам большое, спасибо, что выслушали, что дали возможность донести свою точку зрения. Спасибо вам. Спасибо.